Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художника, скульпторов и описание работ Марк Курци, бросающийся в пропасть, Пьетро Бернини. Работа представляет собой статую из пентелийского мрамора работы Пьетро Бернини. Высота престетной скульптуры составляет 220 сантиметров. Находится в салоне галереи Боргез. Пьетро Бернини – итальянский скульптор позднего маньеризма, который в 1605 году был приглашен в Рим для работы у папы Павла V. Он был отцом знаменитого скульптора Ренцо Бернини. Марк Курци – мифологический герой, который принес себя в жертву богам Аида во имя спасения Рима. О нем кратко упоминает Варра. И подробно Ливий. Молодой воин является легендарным тезкой озера Курция, где якобы произошло его жертвоприношение. После землетрясения в 362 году до нашей эры на Рийском форуме внезапно открылась колоссальная бездонная яма, которую римляне тщетно пытались засыпать. Находясь в полном отчаянии, они обратились к Авгуру, который ответил, что боги просят самое ценное, что есть в государстве. Римляне, боясь ошибиться, изо всех сил пытались понять, что это может быть. В конце концов, молодой воин по имени Марк Курци укорил их и ответил, что оружие и мужество римлян – самое ценное достояние нации. Маркус поскакал и прыгнул в пропасть на спине своего коня, полностью и тщательно вооруженного и украшенного. Вскоре бездонная яма сомкнулась над ним, спасая город и его жители. Озеро Курция на Римском форуме, очевидно, образовалось на месте пропасти и получило свое название по имени героя. История Марка Курция была очень популярной темой в эпохе Возрождения. Известность распространилась благодаря гравюрам, сделанным художником немцем Лукасом Кранахом старшим и голландцем Гальцеусом. Марк Курций также был изображен на страницах знаменитой Нюрнбергской хроники Гартмана Шедель. Пьетро Бернини добавил к античному коню фигуру всадника, превратив скульптуру в конную статую Марка Курция. Мастер изменил положение вздыбленного животного, направив его вниз и создав тем самым иллюзию прыжка всадника в пропасть. Нынешняя скульптура появилась в коллекции семьи Боргезе в 1776 году, когда проводилась реконструкция виллы Антония Аспруччо. Восстановление внешнего вида конной статуи последний раз занимался Агастино Пенна. Вот такое описание к работе Марк Курций, бросающий в пропасть автор Пьетро Бернини. Описание из интернета. Пока-пока, до свидания.